Бондаренко Вячеслав Николаевич, член Президиума правления Союза писателей Республики Беларусь, член Союза писателей России, автор 35 книг, общий тираж которых свыше 150 тысяч экземпляров, автор сценариев 8 документальных фильмов, мастер биографического жанра. На протяжении многих лет писатель верен темам военной и духовной истории России. Работает ведущим программ дирекции информационного вещания 2-го национального телеканала «Беларуси». Лауреат литературных премий «Александр Невский», «Карамзинский крест», «Хронограф». Награжден медалью Пушкина и медалью издательского совета РПЦ имени святого Епифания Премудрого. Если сопоставить историю нашей страны с историей любой другой, наверное, страны, мы поймем, через какие чудовищные жернова мы прошли, я имею в виду нас всех, и нас, и наших предков, и мы выжили, мы выстояли. Я не уверен, что какой-то другой народ с этим бы справился вообще, что он уцелел бы как-то, что он сохранил бы свои лучшие качества. Мы чувствуем чужую боль как свою до сих пор, несмотря на все то, через что мы прошли. И за это, конечно, спасибо нашим поэтам, и нашим историкам, и нашим святым, и нашим полководцам, всем тем людям, которые знали, что не все в этом мире стоит денег, что есть вещи гораздо больше денег и вообще несопоставимые с ними, находящиеся в другой категории. Бог, Отечество, честь, любовь. И за все эти вещи в случае необходимости можно отдать жизнь. Вот мы их наследники, этих людей. Наверное, святость – это когда человек не делается плохим даже под очень сильным влиянием плохого. Каждый видит в жизни то, что хочет. Да? Хочешь, и ты будешь считать, что все кругом ужасно. Хочешь, ты будешь считать, что все кругом замечательно. Соответственно, будешь и жить. Но святой, наверное, это человек, который видит все это насквозь, который понимает, что хорошо, что плохо, что ужасно, что отвратительно, что замечательно. Осознанно делает выбор в пользу добра. А это очень-очень непростой выбор на самом деле. Потому что все мы прекрасно знаем, насколько легок, привлекателен и прост любой грех. Вот святой, наверное, это тот, кто думает с самого начала. Володихин Дмитрий Михайлович, профессор исторического факультета МГУ. Печатался в литературных журналах «Наш современник», «Знамя», «Нева», «Москва», в литературной газете, газете «Радонеж» и других. Член Союза писателей России. За последние 2 десятилетия автором был создан целый ряд биографических очерков крупных деятелей русской церкви и русского государства, относящихся к допетровской эпохе. Создал ряд повестей, рассказов и романов исторической тематики. В очерках ярко выражена позиция автора, православного человека и патриота. Лауреат ряда литературных премий. Награжден церковными медалями. Отмечен премией президента Российской Федерации в сфере образования. Мои корни – старая Москва. В этой земле московской лежит мой дед, мой прадед, мои бабки лежат. Я когда-нибудь в нее тоже уйду. И я очень люблю старую Москву. Есть одно место, которое для меня просто родное. Это в центре Москвы перекресток Старосадского переулка и улицы Забелина. Ивановская горка. И поднимаясь на эту горку по улице Забелина, надо дойти до перекрестка и повернуться назад, посмотреть вниз, в сторону Солянки. Тогда прямо за спиной у тебя будет Свято-Владимирский храм, слева Ивановский монастырь, справа Государственная публичная историческая библиотека. Место это для меня родное по одной простой причине. Вся моя жизнь литературная и человеческая протекает как будто в этом месте, между храмом и библиотекой. И больше мне к этому добавить нечего. Благосостояние цивилизации держится на прочной вере, огромной дисциплине, чудовищном трудолюбии и смирении народа. И если один из этих 4 камней выбит, то в конце концов все здание рухнет. Не хватает той опоры под ногами, которую можно взять у отцов и передать детям. Какую-то неизменность, твердость. Дворцов Василий Владимирович,
С 1983 года работает по специальности художника-реставратора. Кроме бригадных работ по реставрации храмов, лично расписал 2 храма в Сибири. Написал и отреставрировал несколько сотен икон по всей России. Повести и рассказы, статьи и поэтические подборки выходили в журналах и альманахах «Москва», «Наш современник», «Сибирские огни», «Роман-журнал 21 век» и других. На сегодня Дворцов, признанный коллегами автор эпических, прозаических и поэтических произведений, оказавших заметное влияние на национальный литературный процесс. Является президентом Всероссийского фестиваля-конкурса «Поэзия русского слова», организатором и руководителем всероссийских некрасовских семинаров начинающих литераторов, организатор Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальный родник», председатель жюри Международного фестиваля славянской поэзии «Берега дружбы», лауреат ряда литературных премий. Мы живем в той зоне нравственной, где работает совесть. Вот если, то есть совесть постоянно, писателя должна его двигать, толкать, шевелить. Но есть вот верхний предел, там совести нет. У святых-то совести нет, у них есть страх Божий. Для нас вот это вот прикосновение к этому высокому потолку, к страху Божию, это здорово. А вот ребята, которые в детстве захватили много деревни, то есть выросли в деревне или много были, они пишут пейзажи, им легче даются пейзажи. А ребята, которые выросли на асфальте, они более тонкие психологи. И поэтому почвенничество городских – это общество, это народ. Вот. А для сельских ребят, да там уже очень много и земли. Постепенно, сейчас уже третье поколение растет, или четвертое, которое живет в мире не мелодическом, а ритмическом. Но вот эти 20% оставшихся, они не могут без мелодии жить. Поиск вот этой гармонии и смысла во всем, потому что грех – это бессмысленность прежде всего. Есть промысел Божий, отступление от промысла – это и есть бессмыслица, это и есть грех. Поэтому, конечно, христианин должен осмыслять все. Твой творческий процесс не заканчивается на бумаге, он заканчивается при чтении. То есть он заканчивается в душе читателя. Вот Господь как бы венец трудов он создает, а мы работаем. Идея Святой Руси пока еще не была реализована, даже близко. И она стоит впереди. И перед нами задача строить Святую Русь. Вот ни больше, ни меньше. Именно сейчас, когда весь мир остался без будущего, будущее за нами. Мы должны уже сегодня, уже вчера, мы должны строить Святую Русь. Скворцов Константин Васильевич. С 1976 года по настоящее время секретарь и сопредседатель правления Союза писателей России. Первые поэтические сборники вышли в Южноуральском книжном издательстве. По драматическим произведениям Скворцова в разные годы в различных театрах были поставлены спектакли. Премьера первого состоялась в Челябинском ТЮЗе, а вскоре и в Челябинском драматическом театре. Спецкурсы по драматической поэзии Скворцова читаются в некоторых университетах мира. Его произведения переведены на несколько иностранных языков. Пьесы и стихи Скворцова печатались в Центральной и Уральской прессе, в журналах «Театр», «Современная драматургия», «Роман-газета», «Наш современник» и других. Мир сложен, мир напряжен, мир неуютен. Те чаши, которые уравнивают в гармонии мир, напряжены настолько и четкие, что одно неловкое движение какого-нибудь неадекватного человека может все низвергнуть в бездну. Человек задумывается о своем будущем, беспокоится о судьбе своих детей, и нету душевного равновесия, которое располагает к созидательному труду. Мне думается, это происходит от того, что сейчас в мире избыток эгоизма и недостача совести, дефицит совести. Вот восполнить человеке вот эти вот его свойства, его качества, дать человеку ощутить себя приближенным к Богу, дает вера и в значительной степени литература. Поэтому как-то, наверное, интуитивно я обратился к Иоанну Златоусту, Георгию Победоносцу, Константину и Елене. И появились эти драмы, в которых
эти святые выступают в качестве примера для жизненного поступка в перспективе вечности. Нам главное набраться духа и быть смелыми, кем мы были всегда, решительными, и не давать никаких поблажек никому, ничего не уступать, потому что мир уважает только сильного. Будем сильными, спасемся и спасем весь мир. Не сдаваться, не опускать головы, а быть русскими. А быть русскими – это восторг, как сказал Суворов. Стрижов Александр Николаевич, член Союза писателей России, входил в редколлегию журналов «Сельская новь», «Приусадебное хозяйство», также печатался в журнале «Наука и жизнь». С 30-летнего возраста Стрижов – постоянный автор рубрики «Заметки фенолога» в московских газетах. Всего автором было написано более 20 книг о природе. С 90-х годов прошлого века автор полностью отдал себя делу издания духовных трудов «Подвижников благочестия». Он одним из первых донес до российского читателя наследие выдающихся духовных писателей, которые были забыты или замалчивались многие десятилетия. Член Международного фонда славянской письменности, член-корреспондент Академии славянской культуры, действительный член географического общества, лауреат ряда литературных премий, награжден орденом святителя Иннокентия Московского. Память наша, которую цепко улавливает добро тоже, и это вот память, которая живет в душе, и у нас у каждого она неистребима, я имею в виду, ну, у тех людей, которые не разрушены вот окончательно, она все-таки на правильный путь ставит человека. А какой правильный путь у человека? Ведь жизнь прожить – это все-таки надо потрудиться, не только жить вот ради развлекалок какой-нибудь, так живет человек, а живет он ради какого-то успеха, трудового в том числе, так? А ради того, чтобы оправдать свою жизнь в трудах каких-то. Писатель не должен юлить, он должен прямо смотреть в лицо. Разработана целая программа, разработана обществом русской словесности, которое возглавляет святейший патриарх. Очень хорошо, что сейчас такое общество создано. То, что святейший возглавил, это духовное окормление, это большой, это знак. Выпадать кому-то из истории не лень, не нужно. Значит, все должны нам, мы по-хозяйски должны подойти ко всему вот багажу, который нам история передала. Тарковский Михаил Александрович в 1981 году уехал в Туруханский район Красноярского края, где почти сразу же начал писать стихи и где работал сначала полевым зоологом на биологической станции, затем охотником в селе Бахта и где живет по нынешнюю пору. Рассказы и повести публиковались в журналах «Новый мир», «Юность», «Москва», «Наш современник», «Литературная учеба», «Согласие», «Ветер», «Октябрь», «Новая юность», «День и ночь». Романы и повести Михаила Тарковского – добротные, прямолинейные, емкие. Его герои – простые люди, непридуманные, настоящие, родные. Декорациями его произведений служит суровый быт северных селений и мрачная, величественная тайга, в которой, как на войне, спадают маски и обнажаются характеры. Организатор музея традиционных таежных промыслов в селе, где проживает. Строитель храма в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской. Автор идеи, сценарист и организатор съемок документальных фильмов «Счастливые люди» и «Замороженное время». Фильм «Замороженное время» удостоен премии телеканала «Радонеж» 2016. Лауреат ряда литературных премий. Мне был приглашен я во Францию на книжное мероприятие, и там называлась тема беседы «Природа как утешение в горькой судьбе современного человека». Меня просто это настолько возмутило. Может быть, это для них утешение, для нас это источник вдохновения, да, вот как у Пушкина. Вот, потому что ну, это прекрасно, это тебе такие силы дает и такой какой-то смысл, что ну, без этого ты уже перестаешь вообще представлять жизни. Вот я бы предложил такую
такую цель, которая бы в хорошем смысле устроила всех. Какая цель нашего общества? Служение Отечеству. Миссия защитника, она усилилась. Усилилась просто из-за тех опасностей, которые обрушились. Вот, то есть она абсолютно теперь явно уже выкристаллизовалась. Вот, да, защитник, писать поэт-защитник, поэт-воин. И, конечно, можно сокрушаться, сожалеть о том, что происходит. Вот, но это зато это великое, конечно, счастье и Божий такой вот Божий подарок, когда ты вот себя как защитник ощущаешь, потому что это полный смысл жизни дает. Ну, какие идеалы? Ну, обычные главные идеалы. Вот, так сказать, быть добрым, сильным, любить свою землю, любить близких, любить ближних, вот, верить в Бога, верить в добро, быть верным. Меня питает то, что вот эти качества, они во все времена существовали, и именно в этом наша сила. Чванов Михаил Андреевич, как спелеолог, был одним из руководителей экспедиции, первой исследовавшей крупнейшую пещерную систему Урала – пропасть Кутук-Сумган. Автор более 20 книг прозы и публицистики, вышедших в Уфе, Воронеже, Москве, в издательствах «Современник», «Советский писатель», «Современный писатель», «Мысль», «Вече». Философское эссе «Время концов и начал», впервые опубликованное в 1984 году «Литературной газетой», неоднократно переиздавалось другими изданиями и широко разошлось по стране в ксерокопиях. Литературные произведения органично влились в богатейшую сокровищницу русского писательского творчества. В 1992 году возглавил мемориальный дом-музей Аксакова в Уфе, в свое время созданный при его активном участии. В короткое время при помощи созданного им же Аксаковского фонда музей превратился в известный не только в России общественно-культурный центр. Лауреат ряда литературных премий, имеет награды Русской Православной Церкви. Пещеры мне дали возможность посмотреть не только на нашу страну, а на всю планету и как бы со стороны. Я знаю, по Башкирии ни в одном районе нет книжного магазина. Это ситуация по всей стране. В Магадане я столкнулся. Магадан – один из самых интеллигентных городов в России в результате репрессий разных лет. Нет книжного магазина. Вот. Поэтому раньше были журналы критические, сейчас ничего нет. Но литература есть. Я почувствовал, что в России еще не все потеряно, что у нас такая сила, что нас вот так просто не возьмешь. Допустим, для меня опорой была книга «Свет с Востока» Вальтера Шуберта, немца, который никогда не был в России, но написал о России такую потрясающую книгу, о ее будущем, что она спасет мир. Ему было для этого достаточно было жениться на русской женщине. И он сказал, русская женщина спасет мир. Премия, которая не обременена, что ли, не левыми там, коммунистическими идеалами, не праволиберальными, а именно вот направлением церкви, истинной духовности. Вот. Может быть, она в полную меру еще не встала, не приняла полную силу, но сам факт вот появления этой премии, конечно, это явление.